Итак, что мы имеем? Сейчас я пойду в одиночку на небольшой домик. Так как я не особо умею играть, я беру среднюю сложность. А как выбрать хаус, ёпт? Ух. Так, что у нас по заданию? Вообще. Ага, снять призрака при помощи распятия, избежать от призрака, стать свидетелем паранормального явления. Понятно. Ключ теперь брать не надо. А, нет, надо. Когда предлагатель начала взять фонарик, МП и датчик термометр. Ну, начинаем наше приключение. Блять, еще и дождь идет. А, я забыл посмотреть, где находится генератор. Генератор у нас находится в гараже. Ну что ж. А еще я забыл, на какую кнопку, блять, говорить. Здравствуйте. О, я уже где-то слышал. Тут как тут. О. Походу он на кухне. Кухонный призрак у нас. Дай нам знак. 7,5. 8. 7,4. 10. 8. Ну, в подвале я не пойму. Блять, он в подвале. Блять. Ну, сука, еще и злой пиздец. Я тогда предлагаю скатать за крестами, чтобы нахуй сразу же его, блять, ограничить. Этого черта ебаного. Для начала мы возьмем крест, и я еще раз проверю температуру. Хотя я лучше кину на пороге, чтобы сначала раскинуть кресты и поставить камеру, а потом уже... Стрёмное говно. А, мне нужен... Ой, блядь. Камера. Чё у меня по рассудку? Рассудок практически полный. Значит, атаки быть не должно, если это, конечно, не демон. Хотя, с учетом того, как он разбрасывается с предметами, я могу сделать предположение, что это полтергейст. Чисто гей. Всё, это так, на всякий случай. Чтобы ещё он мне ебальник не покрошил. О, вот первая улика. Минусовая температура. Как вот ставить-то теперь, я забыл. Так, ну... Шкаф, кстати, открыт, так что если что, в случае чего будем бежать сюда. А еще я не взял ключ от машины. Честно говоря, у меня уже немного мурашки по коже от этого места. О, призрачный огонек. Давайте тогда возьмем тетрадку и возьмем, пожалуй, еще, наверное, крест, чтобы кинуть его еще на входе, потому что немножко стрёмное место. А, какой крест, блядь? Нужно взять лазерный проектор. Я его уронил и не заметил аж. Ну, извините, я начинающий игрок. И посадил. Он все еще тут? Он все еще тут. Я все же надеюсь, что это... Либо лазерный трактор, либо этот, потому что я не особо горю желанием с ним как-то воевать. Ну, это, похоже, не лазерный проектор. Так что давайте возьмем рацию. Кинем кресты и попробуем с ним поговорить. На самом деле, ребят, мне очень страшно. Я не особо люблю играть вот в такие вот страшилки. Сколько тебе лет? Дай нам знак. Сколько тебе лет? Генератор вырубил. Ёб твою мать. Что у меня с рассудком, блять? 93 нормально. Ну, я тогда предлагаю пойти поискать проклятый предмет, сфоткать его, да, и вызвать атаку.
меня же есть задание. Да. Я надеюсь, то, что призрачный предмет... Предмет это какие-нибудь карты Таро или типа того. Потому что я не особо горю желанием с ним как-то взаимодействовать более. И если это не карта Таро, то я нахуй увертел это говно. Это, походу, не карта Таро. Это, возможно... Шкатулка. Нет, это не шкатулка. Что получается, без призрачного предмета у нас призрак? А, я же еще гараж не смотрел. Кстати, он сам свет включил. Ну да, кукла Вуду. Ух. Давайте тогда, наверное, возьмем ее. Пойдем с этим в шкаф и вызовем его. А я что, не взял? А, ну да, оно, видимо, выпадает из рук. Ну что, давайте попробуем. Я на всякий случай скину фонарик. Стрёмный, бля, чел. Пошёл нахуй, чёрт. Ой, бля. А я, бля, сижу в шкафу. Я не могу понять, почему мне зажигается попон... А я зажигалку не взял. То есть, если бы я сейчас нормально его атаку призвал, я бы умер. Ёб твою мать. Ну. А. То есть, теперь не засчитывается, если ты просто вызвал атаку. Но я, пожалуй, уже не буду с таким низким рассудком рисковать. Да, это был Unreal. Ух. Благодарю вас за просмотр, товарищи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до нового выпуска.